меня небольшая дилемка образовалась, Виктор. По воле судьбы, завтра вечером будет погрузка. А по воле злого Рока мне предстоит сразиться с целой толпой вояк. И, в общем, я надеялся, что ты подсобишь ценным советом твоему молодому протеже. Уходи. Чего? Я не могу уйти, Виктор. А кто будет приносить мисс Сэм гробовой лак и веселящую водичку, если все сбежим, поджав хвосты? А, ты не только медвежонок, ты еще и юморист. Как тебе помочь, когда ты внешне похож на зубочистку? Значит, зубочистка, говоришь? Одна кожа, да кости. Поэтому после каждого задания будто под поезд попал. А сам-то одноглазый пират с артритом. Результат многолетней работы здесь. Ну, короче, я весьма горжусь тем, сколько раз я уже не попал под поезд. Я пережил все удары с минимальными... Эй! Ты случайно не знаешь, есть ли тут где-нибудь свиноферма у реки? О, огненная муза. Чё? То есть, у меня есть идейка. Хочешь услышать её?